Медведев прокомментировал слова Макрона о возможности использования войск НАТО на Украине. У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи, про других, склонных к необдуманной реакции, говорят, моча в голову ударила. А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего, вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Макрона приключилось сразу две проблемы. Сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи. Он заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому нужно отправить в Киев ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО. Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами. Похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Не бережет себя обладатель ордена почетного легиона. Или рацион пора сменить, устрицы и шампанское, вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный инурес в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли, резюмировал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.